Эх, много же я всего собрал. Но меня часто спрашивают не только то, зачем я так все хуево собираю или почему я порчу модели так, но и где я покупаю эти модели. Ну, в последнее время мне их дарят. А вот где их раньше покупал, да и сейчас иногда заглядываю, я поведаю как раз вам в этом видео. Я отобрал основные магазинчики, где вот затарился, о которых слышал, которые Google выдает в первых рядах. Но сначала пойдут те, в которых я бывал, в которых я покупал. Но не в порядке, какой лучше, а просто в определенном таком хитром порядке, скажем так, чтобы никому не было обидно и в то же время не было бы какой-то явной ангажированности в чью-либо сторону. Итак, первый магазин я бы хотел рассмотреть, ну, точнее, сайт, ну, и магазин. Это клуб магазина называется «Техника молодежи». Находится в Олимпийском, где-то там 9-й то ли подъезд, то ли, да, 9-й подъезд. Вот даже вот все, адрес. Можно через 8-й зайти, там, по-моему, 3-й этаж, насколько я помню. Очень неплохой магазин. Раньше только в нем затаривался. Вот, потому что о других не знал, но потом что-то цены как-то начали меня немного пугать. Да и постоянно такое, не знаю, раздражение вызывает вот этот их сайт. Вот реально, блядь. Как будто он это, ебаный рот, сделан, не знаю, в 90-х когда-то. В конце 90-х, я думаю, такие сайты были. Вот у меня, я в школу еще ходил, а у них такой сайт и оставался. Вот просто, ребята, вам серьезно говорю. Я хер его знает, что должно быть в голове, чтобы оставлять такой сайт, когда уже куча технологий. Он просто, наверное, на движке народа еще сделал. Вот. Еще вот бесит лень, вот не отфоткать каждую коробочку, блядь. Ладно, там хуй с ним по 230 рублей тут что-то это, но дорогие-то наборы, это надо за 2000 отфоткать, блядь. Не знаю, вот открывает, даже он не жмется ни хера. Как я могу что понять, блин? ВКонтакте я буду заходить, ну, давайте зайдем ВКонтакте, что там. Ну, ВКонтакте все поприличнее, слава богу, но, блин. Еще этот такой черный пиар у этого магазина образовался из-за того, что они в детском мире на передний план выложили бюстов нацистских деятелей. Вот это было вообще. Ну, черный пиар, конечно, это тоже хорошо. Я думаю, у них прибавилось клиентов. Многие стали за этот магазин горой. Но их жестко шмонали, жестко там, не знаю, и, наверное, столько бабок кинули. Я думал, они вообще закроются, но, к счастью, они выжили. Они выжили, вот еще форум у них какой-то. Да исторический, блядь. Кто на них вообще сидит, я не знаю, ребята. Выставки, да, выставки они охуенные проводят, вот просто. Но так вот, смотрите. Вот выставки, они красиво отфоткают, да, насколько я помню. Давай, вот. Прям при мне даже фоткали, вот все, вот идеально, вообще красота. Но только жопится на, ну, на фоткание, чтобы фоткали вот посетители на эти фотоаппараты, а не на всякие телефоны. Вот это вообще бред вообще. Запомните, ребята, никто не может вам запретить где-либо фотографировать. Может, только в зале суда где-то там, а уж в магазине-то, ёпта, на каком основании, нахуй, блядь? Поэтому это требование должно быть проигнорировано. Естественно, оно мной было тоже проигнорировано. Я видео снимал, и фото там, где выставка, заебись. Ну вот, а вот еще они даже хуйню оставили, вот это все. Ну, в детском мире подороже у них цены стали, чем на проспекте Мира. Но оно и понятно, ребята, оно и понятно. Все-таки там очень, поэтому не рекомендую там в детском мире. Это там не профильный магазин, не там ничего не профиль. Так что вот, техника молодежи. Затаривался раньше, сейчас не особо. Адрес проспект Мира, Олимпийский. Далее найдете, думаю. Вот сайт, если что. Так, следующий.
И вот пошел такой магазин, где я больше всего затаривался. К сожалению, он стал менее удобным по проезду. Иногда у меня даже выбор стоит: ехать на проспект Мира или на 905-го, потому что расположены от меня примерно одинаково. Но раньше они были в универмаге Москва, хоть он и уебищный был, сам универмаг полное дерьмо собачье, который застрял в Советском Союзе, но был хороший у них магазин, очень доступный. Там же это, ну, он, это Москва, этот универмаг находится, или московский, блять, хуй его, пон, короче. Не помню, ребята. Он находится, где три вокзала, короче, все направления захвачены электричек. Вот, все, каталог мне нравится. Если там вот нихуя нету вот каталога, то здесь все есть вот просто. Вот, смотрите коробочку. Ну а что в коробочке, так это, ну, не знаю, нахуя желать. Смотрите в гугле, короче. Да и даже в гугле порой нету, что там в коробочке. Поэтому вот, достаточно вот это все. Ну, это все вот недоработки, да и там по мелочи. Но коробку они всегда сфоткают. И вот то, что мне очень нравится, вот я не люблю выбирать по производителям. Вот, каталог открываю. Вот, все, меня не ебет, кто там производитель, блядь. Я буду это потом смотреть. Я хочу смотреть модель. Похуй, кто там что производит. Если я ищу модель конкретно, значит, меня не ебет, какой производитель. Расширенный поиск очень понятный. Даже вот я иногда вот так вот выбираю. Так, мотоциклы, железо. Ну, короче, вот так выбираю. Вот так вот. Смотри, показать все товары. Ну, это у кого там интернет быстрый. Мне и компьютер, мне надо, он даже, он думает. Ну, ой-ой-ой, что-то я сейчас, кажется, это, вот. Показать все товары, по цене отсортировать. И просто, давай-давай, вот. И просто охуевает. Да, видел я его, вот этот Бисмарк, охуенщик. Эта штука была, правда, дешевле. Да и все было дешевле, но цены у них держатся. Дешевле, я покажу потом, где дешевле, но там есть очень хитрый подвох. По правде говоря, здесь самые дешевые цены в Москве, вот честно вам скажу. Меня спрашивают часто, где ты покупаешь, где что покупаешь. Я покупаю там, где дешевле, потому что модель, она есть модель, блядь. Какая разница, что она там, это, дороже, дешевле. Если я производитель один и тот же, там, естественно, все в коробке одно и то же. Вот, выбор у них завались просто. Ну и профессионал, собственно, там. Профессионал своего дела, собственно, там работает. Ну, а не они такие, жизнь такая. Так что цены, да, подросли. Хули, у нас же ничего не производит практически. Звезда только вон, и то, ну, был когда на заводе Звезде, там у них все иностранные станки, иностранное сырье даже. Они говорили, что даже, блядь, картон мы не можем найти. Нормальный поставщиков картона, блядь, в России. Так что, что уж говорить. Это, с этим нужно смириться и, не знаю, больше работать. Чтобы покупать охуенские модели, вот Армата, например. Что она, кстати, нам несет за три штуки? Ну, даже не знаю. Внутри, мне кажется, пустота. Пока это раскрученный бренд. Вот, все удобно, все красиво вообще, вот. В первую очередь я заглядываю сюда. Офигенно все. Ну, может быть, не такой крупный магазин. Все-таки техника молодежи покрупнее гораздо. Там витрины, все красиво. Но вы же не за витрину приходите деньги платить. Вам нужен конкретный товар. И какая разница, как он там лежит. Главное цена, а товар будет везде то же самое. Так что вот. Модельная лавка. У них такой. Эй, блядь, кто звонит, сука, блядь? Так, все, переговорил насчет важных вопросов. Вот у них такая фишка есть. Это просто логотип, все это. Вообще, многие сайты очень похожи друг на друга, эти модельные. Я не буду рассматривать самые такие клоны, но вот эта фишка, она не просто так сделана. Она, можно сказать, троллит другой сайт.
Ух, блядь, масс. Сука, мечта. Ах, круто было бы на него какой-нибудь танчик закинуть. Эх, мечты, мечты, ребята. Они стали так далеко с овалом бакса. Ну ладно. Вот. Модельная лавка. Адрес. Модель лавка.ру. Да даже вот. Вообще, все эти магазины сборных моделей ищутся по запросу сборной модели, собственно говоря. И это вообще вот эти два, которые я рассмотрел, они, ну, они у них есть доставку, есть у них доставка, но они сугубо на Москву работают. А вот в дальнейшем я не рассмотрю, который вот чисто вот хорош для других регионов магазин. Но пока я буду сейчас рассматривать, с кем контактировал. И следующий, который я контактировал, это город мастеров, да. Как ни странно. Вот они были прямым этим поставщиком и сейчас остаются звезды, и цены у них гораздо меньше, чем отпускная цена там в магазине Звездовском, который в Лобне находится. То есть, но недавно я заглянул и смотрю, а цены-то у них стали как, блядь, на сайте звезды. То есть этот город мастеров, все, больше там делать нечего. Но работал раньше, ну, на этом, можно сказать, сотрудничество закончилось. Я там на баллы разменивал, пушечку купил, тополь там купил дешевле всех. Сейчас эта лавочка закрылась. На 200-300 рублей все дороже, тем более вот вообще. Так что, ну если что, если совсем, если рядом живете, не забывайте еще рассматривать такую вещь, как проезд, как транспортные расходы. Автобус, метро дорого, поэтому иногда лучше купить рядом с домом на 50-100 рублей дороже, чем ехать на другой конец Москвы или даже в область за понравившуюся модель или с доставкой заказывать. Вот город мастеров, значит, Леонардо был вот тоже, но это совсем когда лень, потому что этих Леонардо, ну, блять, везде. Ну, цены чуть пониже, чем у это. Ну, как-то не специализированные, вообще не специализированные магазины нужно в последнюю очередь осматривать. Но они точно есть там, эти модели дурацкие. Все, звезда в основном, но есть и клей, я там помню, покупал. Ну, когда вот реально, ну, за клеем, блядь, 200-рублевым тратить деньги на два транспорта там, да ну нахуй, лучше сходить в Леонардо в это, купить я Тревеловские сначала, дорогие, что-то, чуть не пойму, где эти сборные модели-то, а, ну вот, что-то пошло, да, ребята, Менг пошел, бля, да цен пиздец, конечно. Поэтому даже если на такси ехать до тех магазинов, все равно, блядь, дешевле будет. Но, тем не менее, сбрасывать со счетов этот магазин нельзя. И я специально делаю в таком порядке, чтобы, это, так сказать, не делать рекламу никому. Черная жемчужина, ебани, сколько стоит. Так, следующее. Следующий головной сайт звезды. Вот, по неведомым мне причинам, в этом их магазине цены полный неадекват. Вот просто полный неадекват. Я не знаю, почему так. И в магазине при заводе, в котором вот он находится буквально в 10 метрах от завода, цены точно такие же, когда я был на экскурсии на этом. Это не завод, блядь, это же фабрика, скорее всего. На этой фабрике. Вот там были точно такие же цены, но посетителям, это была бесплатная экскурсия, сейчас почему-то не проводят, не знаю почему. Посетителям делали 20% скидку, и тогда вышло выгодно купить мне тигр и штук, очень прям вкусная цена оказалась. Но сейчас таких акций нет, и цены, блин, даже страшно просто на них смотреть, это же вообще ебанутым с добрым утром называется. Вы чё, ребята? Я не знаю, на кого это рассчитано. Но совсем. Ну,
на совсем, скажем так, не сведущих родителей, которые покупают детям там, хотят их приучить хобби, ну блин, это ужасно. Ужасно дорого. Дико просто. 200-300 рублей это совершенно нормальная наценка. И это магазин при заводе. И по этой цене там теперь в том магазине, я уже забыл, как называется, предыдущий там это тоже раньше отпускали. Так что сюда, я не знаю. Тут вообще делать нечего по-хорошему. Полный вообще. И ну, ВКонтакте группа хорошая у них. Да, это однозначно. ВКонтакте офигенная группа. А, так вот. Только следить за новинками, если. Да сейчас вообще все ВКонтакте дело делает. Вот, Лобня, промышленная улица, недалеко там от станции. Звездаорг.ру. Вежливых людей, кстати, разобрали. Так что только если глядеть еще и ассортимент, а так покупать, ну не знаю. Я не знаю, у кого так столько лишних денег, чтобы покупать, да и даже это может почувствовать себя немножко обманутым. Вот, собственно, вот с этими магазинами я контактировал, я в них бывал, покупал. И сейчас пойдут с теми, которые я не контактировал, но которых я слышал, которые мне даже рекомендовали мои зрители. В первую очередь это я моделист, imodelist.ru. У него очень хорошо налажены, так сказать, отправки в другие регионы, в отличие от Москвы. Отличные от Москвы, я бы так сказал. Находятся они дико далеко от меня. Я даже не знаю, что меня может занести в этот город. Это просто крайний север для меня. Вот это вот. Я даже. Но цены, вот, кстати, обратите внимание, тоже пропеллер. Все, вот это так. Ну, не знаю, кто кого срисовывает. Ну да ладно, какая нам эта разница? Цены у них вот самые низкие вообще в округе. То есть, кто живет рядом, те просто снимают сливки, я бы так сказал. Ну а так как он далеко находится, то, естественно, доставка съедает эту разницу, и московские цены побеждают по всем направлениям. Московские цены техники молодежи, модельные лавки и иногда даже в Леонардо, иногда даже. Потому что Леонардо больше магазинов, чем это все. Ну, не нравятся какие-то вот картиночки, что-то блеклые. Коробочку покажите, ебаный рот, блин. Вот тоже по производителям вот это. Нахуй мне это выбирать, блин. Я хочу, какой танк, я даже не знаю. Я хочу вот, допустим, Т-34. Вот, название. Зачем мне ваши производители там, а? Ну зачем? Зачем это вначале? Посмотрите, мне нужно листать вот это. Пролистывать, только потом это. А представьте это дело на телефоне, на планшете. Не знаю. Все-таки все больше и больше людей вливается в это хобби, и должно все идти в сторону упрощения, я бы так сказал. И вот потом Т-34 выпускают, часть коробочки, часть какие-то это, то есть кто во что гораст. Еще вот их это. Вот это вот. Как-то водяной знак. Пиздец, конечно. Но это как будто ваши, что ли, это картинки-то. Вряд ли вы сами сфоткали. Ну хотя, если сами, тогда, конечно. Вот, кстати, Уральчик я взял за 210. Не, за 230 я взял, блядь, в модельной лавке. А он здесь, смотрите, вообще. Но мне, чтобы доехать туда, я потрачу рублей 100. То есть смысл будет. Вот это тоже 720 я видел стоит. Вот здесь они вообще очень вкусная цена. Ну, доставка 200 рублей курьеров. Вот те же самые вежливые люди. Самые вообще ниже нет цены. Ниже только не знаю.
Ниже только... Да нету ниже просто, блин. Никто ниже не отпустит. Сам завод, блин, по-моему, отпускает по 300 рублей. А они вот, он еще и сфоткан, ну все. Офигенно. Хорошо, каждый так делал, сфоткали. То есть очень все достойно. Но находится далеко. Контакты. Электросталь, кто живет рядом, тем молодцы. Тем повезло. Вот курьером вот даже 300 рублей. Ну, ну ребята, ну о чем речь? Это имеет смысл только если на десятку закупаться, тогда очень большая экономия будет. Гигантская, чем в тех магазинах. Ну а так, ребята, ну... Ну зато на другие регионы, там почты дешевле, там. Потому что с других регионов там, блядь, такие неадекватные цены просто удваивают, 100% наценка делают просто, ну... И там пишут иногда, что вообще... А я-то за... Ты вот за столько купил, а я вот там в два раза дороже купил. Ну это ужасно, это ужасно. Это не способствует развитию такого замечательного хобби. Ничего не способствует. Ну, вполне вероятно, кто вот там с Китаем рядом живет, кто вот с Японией, там наверняка там они дешевле. Или раньше, по крайней мере, закупали дешевле. Прямых поставки из стабевских магазинов и всего. Ну, я так бегал по eBay, по Али, и что-то не особо там дешевле оказался из-за этого курса нынешнего. Да и как-то я вообще не контактировал с этими иностранными поставками. Не знаю, мне кажется, никто не покупает за границей. Только вот крупные партии, наверное. Так что вот, кто живет не в Москве, ваш выбор imodelist.ru. Это однозначно. И те посылают, другие все посылают, все могут послать куда-нибудь. Но я смотреть, сколько работают, с какими партнерами и все такое прочее. Да и цен у них меньше гораздо. Потому что, собственно, в электростали меньше аренда. Так что вот такие дела. Так, сейчас закрою вкладки. Ну и еще совсем вот, которые тоже что-то рассказывали, что-то на Азовской улице. Что-то никогда не заезжал, даже проездом там не был. Ну, не могу ничего сказать. Цены средний, среднячок. Ну, нам же нужны низкие цены. Но если рядом с домом находится, ну, пожалуйста. Почему бы и нет? Вот тоже нужно 50 кликов сделать, чтобы это все это... Да ёб, да по-моему сайт просто слизан полностью. Не знаю, ну нафига мне столько кликов, ребята, вообще, блин. Еще давай сделаю. Давай еще делаем. Чё грузишься так долго еще? Ну, вот, что-то Роден открылся. Не, давайте, давайте моделисту. Ну, чё так долго грузишься-то? Опять те же самые картинки, как-то вообще. Цены среднячок. Совсем даже как-то. По всем ударил курс. В магазине этом не был, на сайт вот второй раз, может, захожу. То судя, он всё слизано. Еще есть, ну, если чё, вот plazdarm.ru. И вот еще один какой-то нашел тоже. А, не, больше нету. Остальные, видимо, совсем копии. Ну и для самых невнимательных вот такой запрос сборные модели выдаст вам все. То есть вот, собственно, вот фиолетовым помечены вот все, которые я рассмотрел. Дальше вот после картинок вообще даже нечего смотреть. Все еще перекупы перекупные. Ну и, естественно, ВКонтакте там, не знаю, сборные модели, что тут ВКонтакте. Ну, вряд ли дешевле будет у нихуя. Да ладно. Какой фейк, что там, что не отлить-то? ВКонтакте с рук как-то покупать. Ну, это может быть дешевле будет, ну, не знаю. На Авито вообще бессмысленно, чушь собачья полная. Там полный неадекват по себестоимости, дороже даже. Так что там делать нечего.
Вот столько запросов. Может даже карту Москвы. Хоп. Что у нас? Ну, естественно, все вот то, что я рассмотрел. А в центре этих детских миров отделы вообще нечего рассматривать. Вот даже там все дороже в разы. Вот, собственно, все вот магазины. Всегда пользуйтесь вот этим сайтом, прежде чем задать вопрос, потому что интернет знает все. Дома, самолеты, грузы. Все есть. Вот они, красавчики. Ох, 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 вот это можно залипнуть. Жалко, у меня не такой уровень. И вот так вот будете собирать. Купите, будете собирать. Что ж, я был у нихуя как раз. Я благодарю всех за внимание. Смотрите мои видео по сборным моделям. Покупайте только в нормальных магазинах, в которых вменяемые цены, а не которые перекупы сраные или барыги со стопроцентной наценкой. И получайте удовольствие от моделизма. Ибо это хобби. Всем хобби, как говорится. Блин, вот это хотел сучку собрать, но она потом так цена подскочила. Ладно. А это я собирал. Все, ребята. Всем удачи. Всем пока.